Добрый день! С вами Лаврентьева Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии и не только. Наступает новый 2022 год. Пришло время подвести итоги уходящего года, вспомнить события 2021 и заглянуть немного в будущее. Конечно же, посмотреть прогноз. Впереди на самом деле год сложный. По традиции мы приготовили астрологический календарь с ретроградными планетами, с затмениями, с сложными периодами. Астрологический календарь 2022 качивайте, конечно. И обратите внимание, как ни странно, какой бы год сложный не был, тут сердечки, то есть про любовь. Любовь люди, богов ведают, через творчество раскрывают свои потенциалы. Так пусть же вот этот год, на самом деле, он будет благостен, радостен. Пусть вас сопровождает любовь и добро. Да, и вот что нам нужно было сказать. Раз, два, три, елочка, гори! Та-да! Пусть все перемены, которые произойдут, они будут исключительно во благо, для роста. То есть все вот эти трансформации, переучивания, перепрофилирования и так далее, для того, чтобы мы раскрывали свои таланты, способности и возможности, и чтобы мы вспоминали себя истинного, настоящего. Желаю вам быть целостными, со своей четкой системой ценностей и расставленными приоритетами с точки зрения, конечно, выгоды высшего «я». Быть творческими, быть самодостаточными, независимыми от внешних обстоятельств, ресурсными и полезными для человечества. Желаю вам с радостью и жаждой раскрывать новые и новые таланты и способности, и духовного вам роста, и света на пути к истине. Пусть на вашем пути встречаются прекрасные, сильные духовные наставники, высокие, достойные ориентиры. Живите в любви, гармонии, радуйтесь каждому дню, мудрости вам, благородства, благости. Неважно, кто вы по знаку зодиака, просто живите и цените то, что имеете, и что можете экспериментировать и познавать этот мир каждый день. Пусть, конечно, ваши близкие вас поддерживают, пусть они будут вам единомышленниками, даже соратниками. Самое главное, счастья вам и здоровья. С Новым годом! С любовью! Ваша Настя! До новых встреч! Пока-пока!